Погода продолжает удивлять саратовцев и преподносит сюрпризы. После жаркого бабьего лета в городе резко похолодало и даже выпал первый снег. Событие для горожан стало полной неожиданностью, а для автолюбителей – проверкой на стальные нервы. Многие из них ее, кстати, так и не прошли. И вот итоги Октябрьского дня жестянщика, основанного на фотографиях, которыми пестрят соцсети и информационные сайты. На кольце 10-го троллейбуса в Ленинском районе столкнулись два отечественных автомобиля. Водитель ВАЗ-2 21-15 отделался синяками и ссадинами. А вот автоледи и двум пассажиркам девятки потребовалась помощь медиков. Женщины были доставлены в 6-ю городскую больницу Саратова. Их состояние средней степени тяжести, а участники еще одной аварии от помощи медиков отказались. В результате столкновения Toyota Camry и кроссовера Great Wall сильные повреждения получили автомобили. ДТП произошло в 8 вечера на Вольском тракте. Не справившись с управлением, автоледи на китайской машине выехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota.